Мурлоки, звери, Малигасы дали. Ну тут автоматический пик, вообще не раздумываешь. Монополия — это маг, жрете каждый вечер. Не, монополия, где кубаны кидать. Блять, вчера пиздец, вчера играли. Вчера, короче, играли. Фил собрал две монополии и вылетел первый. Пиздец, такой ор был. Там, блядь, чуть стол не расхуярил. Там, короче, единственные три раза он кинул кубаны так, чтобы в итоге обанкротиться. Три раза. Там, типа, на налог попал, на чью-то карту попал, в итоге еще на налог попал, и все, пиздец. Прольнуть стабилки, еще одну коплю, еще два дублета будет. Я думаю, что надо 4-6-6 сделать, возможно. Возможно, это 4-6-6. Возможно. Сейчас подумаем. Я думаю, что 4 надо делать обязательно. Победа близка! Еще чуть-чуть. Блять, только не налево. Хорош. Так, что у тебя выставлены два дуплета. Если у него не выставлены, то это, в принципе, пятерка точно. Хорош, хорош, хорош. Окей, у него не выставлены два дуплета. Это супер круто. Отсюда коплю. Кэт. Ну чё, блять, хочется на самом деле две шестерки ёбнуть, но две шестерки что-то слишком жадно. Все ночи дали. Блять, сделать все в пятерку. Хуй знает, блять. Очень сложный игрок это. Если все ночи сделают левел, пойдем ли мы в левел? Вопрос. У него сделан дуплет в четверку, значит, он не пойдет левел, я думаю. Потерять одну голду ради чего? Ради потенциального номи? Ну, надо сделать один рерол точно сюда. Капля. Стенка. Ну, это просто левел, дуплет. Ставим. И чё, и все, блин. Блять, очень сложно, мега сложно. Продавать так не буду, ладно, это левел. Ну, блять, дуплет ставить. Я не хочу пятнашку получать. А если я отсюда сейчас не найду ни одной карты хорошей, тоже будет кринж. Нашел номи. Нашел номи, чат. Еще один дуплет делать не будем. Пизда, две капли под номи. Бля, гидра. Ой, гидра, да. 9-12. Пиздец, от клива не расставился. Но кто знал? Никто не знал, блядь, что там клив есть. Направо тычка. Пойдет, блядь. Бля, удар уебанский, конечно. Бля, удар максимально уебанский. Обилку сюда делаем, либо сюда. Сюда, может быть, отсюда еще капля, еще дуплет в номе сразу. Автоматически. Блядь, что делать, блин? Пиздец, места теперь нет. Ты пропустил донат. Поздравь с ДР, Твинница Барана ПЖ. О, Дректар тоже таки клюв. Или М5-4. Пора вербовать. Благодарю за донатик. Это моя любимая. РП ждали. Удачного стрима, этот 777. Поздравь моего друга. Или М4-5. Блять, карта. Заранее спасибо. Ждем, вообще взять ее, забафать. Есть смысл вообще? Есть смысл взять ее, забафать прямо сейчас, чтобы сиськи выиграть? Это важно. И лемов-то нету, блядь. Минус карта, минус карта. Минус карта, блядь. Бам-бам. Типа, и хотя бы получить не минус 15. В этом есть смысл? Да, в этом есть смысл. Так-то. В этом так-то смысл есть. Придется преподать вам урок. Просто не получить минус блок. Надеюсь, не получим минус блок. Битва продолжается.
Седьмой ход клифф должен разъебать. Хорош. Так бы минус пятнашка тут была бы, если бы гидру не взял. Хорош, блять. Мега хорош. Просто мега хорош. И втычку в краба. Решающую. Просто решающая фатальная тычка в краба, блять. Просто уничтожила. Если бы я этого мува не сделал бы, получили бы 15, минус блок был бы. На нахуй. Не вопрос. Держи свою зону. Два ЛФа и солянка. Два ЛФа и солянка. Понял, ебать, понял. Не вопрос. Держи свою зону. Мажардама взять или нет? Мы можем взять Мажардама, бафать гидру, потому что нету механизмов и играть, в принципе, вот так вот, да? Вот это даже продать, взять Мажардама и крутить просто элемов, пока не найдем нормальные статы. Но у нас, типа, прокачивается гидру, будет в дуплет собрать. Хуй его знает, думаю. Таунт есть. Я клифф качаю. Благодарю за донатик. Привет, Журавлев. Еще один атак. Это в пул верну просто. Какие планы на НЛ? Стенка будет от 14 до 18 хп, окей. Выставим, что, дэмэдж вперед просто. Хотя он меня выиграет, скорее всего. Он меня выиграет. Или не выиграет, думаю, блять. Может, и не выиграет. Ладно, ну у него 2 ЛФа, вот, типа, нормально, окей. У него 2 ЛФа, блять. Хорош. Ничья 72%. Но это вообще идеально. Прикиньте, луз будет. Хорош. Бля, ну просто лучшие тиммейты в мире, мне кажется. Ебать, просто лучшие тиммейты. Единичка есть, только вот это есть единичка. Стоит ли реролить, думаю. Нет. Просто минус карта. Плюс карта. Плюс карта. Может быть, дуплет вот этой карты. Еще один отличный новобранец. Блять, единичку-то в роли можно дать, блять. Хорош. Соплю. Сопли нету, блять. Ну что, мажордомов стоит сейвить уже или все, от них отказаться? Да. Они так-то гидру бафают. Бля, если бы он золотой, конечно, собрался, это было бы супер круто. Сделать минус, сделать карту, взять в руку карту, ничего не ставить, потому что он левелапнулся вообще. Ну тогда надо сделать минус, плюс и рерол тогда, блин. Бля, что так сложно? Я вообще сыграл, сколько я элемов сыграл? Два элема всего за ход сыграл, аж супер мало. Мега мало. Бля, мне не нравится. Бля, клифф просто солит игру пока. Хорош, блять. Клифф просто кэрит игру. Просто кэрит соло. Бля, клифф просто МВП матча. Плохой удар, очень плохой удар был. Заебал, найс удары. Ладно, ничейная, окей. Клифф, чат. Клифф, если что, это просто карта, которая выигрывает нам пока что всю игру. Но мы и так одну голду теряем, поэтому не страшно, да? Мы их оставляем. Мы и так одну голду теряем, просто это экономическое заебись. Так, беру карту, ставлю карту. Делаю минус карту. Ставлю карту. Ставлю карту, беру карту, делаю ролл, у тебя получилось. Ставлю карту, вот твоя награда. Ставлю карту, ищу буран. Это моя любимая часть. Буран не нахожу, хорош. У него были фулл элемы, да, там был мажордом, бля, мажордом очень важен, мега важен, просто мега важен. Хорош, блять, его в дуплет оставим. Его в дуплет оставляем. У меня хорошее предчувствие. Бледьё дали, понял. Ну, может, и не оставляем, на самом деле, в дуплет. Maybe в дуплет и не оставляем. Кирпич, заебись. Ладно, в дуплет не оставляем, похуй на нем. Симпатяга. Совсем как северный волчонок.
Минус два. Никто не вылетает, десятый ход, алё, блядь. Две карты дали, чат, внимание, дали две карты. Ну, похоже, избавляемся от мажордомов. У него была солянка, блядь, с ЛФом. Хуёво. Дружок, пирожок, ну мне нужны капельки отсюда. Наконец-то. Дали карту. Берем ее, нет. КЗ, зачем? Ну, два элема надо брать вот этих ебаных. Ну, он дэмэдж поставит вперед, сколько у него там стенка, хуй знает. Думаю. Ну что, мажордомы пока? Походу. Мажордомы, к сожалению, пока. Или нет? Или нет? Минус карта, Салим дуплет и Салим клиф. Клиф до сих пор, блядь, имба ебаная. Нереально имба. Существо, веди себя хорошо. Существо, дали карту, блядь. Веди себя хорошо. Стенка 2-2. У него стенка 2-2 там. Статы примерно 40. Бля, расставился, хуй знает, как это расставится на 4. Номи вперед поставил и... Бля, че я пишу, он же видит. Нормально, 50-50. Номи надо было третьим поставить, ну типа, потому что... Бля, ладно. Типа, блядь. Ну ладно, нормально. Налево тычку, чтобы лемы бафали. Хорош. Налево, хорош. Еще раз налево. Хорош. Направо, без разницы. Налево. Ничейная. Бля, лучше налево еще забафал бы. Минус два. Ну, как там оно? Дали жмурика. Хуя. Дали карту. Надо четверки рулить, нам дуплеты нужны. Или нет? Ну, этот дуплет очень нужен. Хорош. Или капельку лучше, блять. Капелька, либо карта. Карта. Хорош. Понял, 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 понял. Тут главный вопрос, хочу ли я избавляться от клива. И вопрос на это отрицательный, блять. Вопрос отрицательный. Возможно, надо было еще бафать. Ну, дальше надо было бафать, не знаю. Сложный вопрос, блядь. Дуплеты посейвить, посидеть, попукать. Береги себя, существо. Прикольный клиф против жмура, блядь. Хорош. Налево. Хорош. Еще раз налево. Бля, насколько же хорош, почти идеально. Дали карту, чат. Все ночи дали, карту дали. 30 хп. Ну что, ищем соплю. Блядь, четверку приролить. Ну у меня что, ну не знаю. От этой карты избавиться просто. Гидра до сих пор актуальна. По идее, да, соплю. Сопли нету. Соплая нету, блин. Понял. Дали дуплет, хорош, блядь. Хорош. Это шестерку? Нет, в пятерку. Круто. Еще номи. Есть смысл продать баблера и крутить еще и лемов с такой накруткой? Да. Бля, как он поставился, хуй пойми, только непонятно. Ну ладно. Просто раскачиваем и лемов как можно быстрее, пока дали такую возможность. Этим закрыться хотелось бы, блядь, не знаю. Похуй. Оу, минус карта, минус карта. Оставить на дуплет, оставить карту. Два номи под карту, прокачиваем элемов. Тридцатку он мне явно не снесет. Но на самом деле, может, и снесет, хоть знает. Может быть, на самом деле, зря я его недооцениваю. Два номи тоже. Настолько жадно, блядь, играть два номи. Мега жадно. Бля, мега жадно два номи играть. Вообще мега жадно. Клиф куда-нибудь сюда ёбну, не знаю. Ну, блядь, тридцатку пропишет мне, будет забавно. Клиф есть. 9-16, нормально. 9-16 это вообще ни о чем. Самое главное, чтобы все карты умерли, и лем красный забафал всех. Очень хороший клиф. Хорош. Бля, плохая тычка. Налево. Плохая тычка. Клиф в центр куда-нибудь, плиз.
Ну, пойдет. Налево тычку. Ну, я уже проиграл. По минималке проиграли. Налево. Хорош, блядь. Илем забафал на 6-6 карты ищем. Попробуем номер золотого собрать. Хз, ну Буран тут еще есть, так, для рерола. Есть карта, у него ничего не было, да? Карта есть. Минус клиф все-таки. Файнали минус клиф. Есть Буран, бля. Дуплет. Дуплет Номи в, не знаю, блядь, стенку 4-5. Пора вербовать. Фак! Моя любимая часть. Посмотрим на твоих новых рекрутов. Да, демок вперед, плиз. Так, что у него было? У него была стенка, да, у него, блядь, у него там вообще стак ёбнутый так-то. Два Номи вперед ставлю, чтобы забафалось, потом пробить, пробить. Заметили, кстати, сколько мне капелек дали за 5 последних ходов? Я вам скажу, 0 дали, блядь, 0. Бля! Бля, как же это нахуй больно было? Как же это, блядь, было больно? Ебать, как же это было больно? Ебать, как же это было больно? Серьезно, блядь? Жмурика можно еще дном посолить. Буран и Номи. Понял. Хуя карты. Хуя картинки. Нормальные. Золотой Номи. Нужен ли нам золотой Номи? ФЗ. Нам дуплеты нужны уже. Типа этот дуплет нужен. Точно минус. Я не думаю, что я Номи буду собирать. Мне просто его даже не собрать. А толку мне его собирать? Роу. Хорошие лемы нужны. Теперь нужны только хорошие лемы на уровне чего, думаю. Может быть, даже вместо карты стенку взять. Но я просто могу не усилиться потом, блядь, думаю. Вместо карты поставить стенку, засейвить этого элементаля. На следующий вот отказываться уже постепенно от всех лемов, да? Ну, просто мне нужны хорошие лемы. Мне нужен вот баблер, нужны задувальщики. А это еще забаф, это еще забаф. Я думаю, что это минус кирпич плюс стенка 2-2. Это еще 2-2 всем моим лемам. Потом берем его, типа ролим, просто лемами закрываемся. В идеале дуплет собираю. 100. Чат, это 100. Вы когда-то видели вообще вживую 100? Вот я вижу. Ебать, еще забафал, вау. Он еще забафал. Минус 2 будет? Нет. Минус 2 надо. Минус 2. Минус 2. Синочи остался. Блять, сучара ебаная. Пузатая, блять. Помню, ну, гулю ищем. Хвалил это существо. Синочи мы кикнуть должны. Ну, реролы важнее, чем эта карта, поэтому, чем 2-2 здесь. Роу. Роу. Реролим в гулю. Очень важно. Ой. У него был клиф. Ну, а просто от элемов сейчас откажемся, и все, похуй. Думаю. Не думаю. Блять, как я откажусь-то от элемов? Береги себя, существо. Если элемов нету в роллах. Хорош. Слушайте, блять, по идее, нам нет смысла от Номи-то отказываться, потому что мы его разъебем, с Гулюй-то мы его разъебем, объективности ради, да? И по идее даже два Номи нельзя выкидывать. Я вам серьезно говорю, два Номи нельзя выкидывать, мы вот с этими четырьмя картами его трахнем. А, да, понял. Понял, блять, понял. Расстановка говно, да, говнище полное. Надо было баблер рядом с талантом из-за клива ставить. Ебать, там гидра 149. Ладно, хорошо, что я сделал, как сделал. Если бы я сейчас не сыграл вокруг вот этой гидры, конечно, наказан был бы жестко. Наказание было бы, последовало бы сразу. Ебать, 150 гидра. Прикиньте, было бы 4 лема. Гидра бьет, я проиграл. Нормально.
Реально нормально. Да блять! Заебали элементали моего убивать, он вообще в ничью сыграл. Ну чё, адвокат, ты мне не кикаешь, окей. Окей, Стас. Блять! Чё делать-то, блин? Хочу ли я их брать? Я не хочу их брать, слишком жадно. Нет. Кирпич есть, чат. Есть кирпич, чат. Бля, чё, вылетел, что ли? Чё, вылетел, блядь, что ли? Не кикнуть сможешь. Это... Чё-то looks like вылет, если честно, блядь. Looks like вылет. Я тральнулся, ебанулся, я тральнулся, прикиньте. Сто, пожалуйста. Сто, ничья. Хорош, главное нету вылета, все, главное нету вылета. В я тычку, это не вылет. Блядь. Хорош, или это плохо? Не знаю, ну вообще... Налево. Бля, я бы сейчас вылетел, если бы направо ударил. Но это жмур будет. Нам нужно вот этот дуплет собирать, этого Элема теперь. До Талова. Так, а мехов нету? Да, мехов нету. Номи. Понял. Бля, бран были, там бесстыды были. Задувальщик будет, блядь? Нет сегодня. Баблер, нужны ли баблеры? Не знаю. Хороший вопрос. Нужны ли баблеры здесь? Да нет. Хотя... Нет, он гулюси доставит. Пора вербовать. Это моя любимая часть. Понял, 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 блять, понял. Береги себя, существо. Понял, блять, понял. Чё-то задувку вообще не дают, блять. Задувки на мап. А, да? А, да? А, да? Не поставил Элема, чтобы зажадничать реролы, если что. Не поставил Элема, зажадничал реролы. А, да? А, да? Понял. Понял, блядь. Пиздец, если бы сейчас был бы за это наказан, это было бы, блин, господи. Ебать, жмурик с ядами сейчас бы кикнул. Это вообще был бы мем. Блядь, такой мем бы сейчас был бы. Все, ладно, играю сейчас. Сконцентрировался, никто не мешает, ясно, блядь, все. Этого Элема тоже надо отказываться уже. Все ночи разъебали, но у него был клиф, мы помним это. Задувальщика дали, отлично. Все, быстрый ход. Отличное добавление в команду. Четверка есть, четверка есть. Блять, это хорошая карта. Надо было ее брать так-то. Посмотрим на твоих новых ресурсов. Бля, дуплеты сегодня будут ебать или нет? Или что? Или как вообще? Что с ними такое? А, да? Понял, понял. Я реально понял. Тут я врать не буду, чат, всем. Я понял. Посмотрим на твоих новых ретро. Я тут вас обманывать не собираюсь. Понял. Я понял. Бандар хвалил это существо. Не вопрос. Ну чё за кекис-то, блядь? Ну чё за кекис-то? Ну... Посмотрим на твоих новых ретро. Вербовать. Это моя любимая часть. Аргус. Я щит Аргуса. Беблер есть. Но Беблера сейвить нельзя. От клива расставился. Бля, расстановка говно еще, бля, ебаная. 100. Хорош. Гидра 200 стетов, блядь. 200.
понял. Хорош. Бля, какая законченная катка, аж просто пиздец. 19-й ход бытовой уже. 20-й, блядь. 20-й ход. Дали карту, блядь, противники, ебаную. Не, ну я сейчас из-за этого проиграю, если что. Что смеетесь-то? А что вы смеетесь-то? Я сейчас из-за этого проиграю. Я сейчас из-за этого кекиса, то, что произошло, я сейчас проиграю. Понял, блядь, понял. Твоих новых рекрутов. Ой. У меня хорошее предчувствие. Ой. Пора вербовать. Пора вербовать, блядь, дружок. Бля, вы вообще понимаете, что это 21-й ход? Я не понимаю. Ага, вот это победа. Пора вербовать. Это моя любимая часть. Моя любимая часть. Береги себя, существо. Это моя любимая часть, вербовать. Понял, ебать, понял. Ебало, блядь. Дайте задувщика-то ебаного. Вы чё, жалко, что ли, или чё? Я не понимаю просто, блядь. Реально жалко или что? Ёбаный кикис. Пора вербовать. Это моя любимая. Бля, какой же ёбаный кекис, реально просто не дают карту. Не, после этой катки перерыв, пизду. 21 ход, блядь. 21, ебать, ход. 21 ход играл. Сколько она, интересно, по времени длилась, эта вообще катка? Есть инфа, нет? Кто-то считал? Кто-то вообще считал, нет, чат? Брр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 r